Всем привет! Сегодня я приготовлю очень вкусную куриную грудку, запеченную в духовке. Что мне для этого понадобится? Куриная грудка, оливковое масло, черный перец, соевый соус, базилик. У меня сушеный, но лучше, если у вас будет свежие листочки базилика. Соль, немного сушеного чеснока, можно и без него. Сыр моцарелла и помидоры. Первым делом подготовим мясо. Делаем поперечные надрезы поперек волокон. Толщина кусочков получается где-то около 1,5 сантиметров. Теперь нужно как следует посолить и поперчить. С обратной стороны. Добавляем специи. Сушеный чеснок. Кто не любит чеснок, можно не добавлять. И сушеный базилик. Теперь нужно сыр моцарелла нарезать на тонкие пластинки. Если вы спросите, можно этот сыр заменить на другой сыр, я скажу, что нет. Помидор нарезаем также тоненькими пластинками. Осталось начинить мясо как книжку. В каждый прорез вставляем сыр и кусочек помидора. Вот что у нас должно получиться. Перекладываем аккуратно в форму для запекания. То же самое делаем с другими кусочками грудки. Осталось добавить немного соевого соуса. И сверху смазываем щедро оливковым маслом. Если оливкового масла нет, можно обычным подсолнечным. Убираем подготовленную грудку в разогретую духовку на 200 градусов, запекаться. Прошло 30 минут, блюдо готово, можно подавать к столу. Вот так легко и просто приготовить очень вкусное и оригинальное блюдо. Удивите своих близких, всем приятного аппетита, до новых встреч, пока!